Всем привет! Сегодня у нас три посылки, одна большая и две маленьких. Давайте посмотрим, что в них. В двух посылках точно интересная, ну и третья менее интересная. Вот это вот AliExpress, это... Нет, подождите, еще одна была посылка, секунду. Нашел! Получается, у нас три посылки из AliExpress, точнее, вот две из AliExpress точно, это я не помню, что это. Наверное, скорее всего, тоже из Алиэкспресса. И вот эта вот посылка из JD, как гласят наклеечки. Давайте все распакуем и посмотрим. Итак, мы все распаковали. И давайте будем смотреть по очереди. Здесь у нас прицел оптический для ружья. Часы Lenovo Watch 9. Вот, ГУР, статуэтка маленькая ГУРа. И причандалы для зубных принадлежностей. В общем, для... зубных щеток и паст. Давайте с них и начнем. Вот так пластиковая вот такая вот штука. Здесь получается кнопка отщелкивается, вставляется сверху паста, и когда мы нажимаем, она ее выдавливает. Компрессорная такая штука. Вот, чуть-чуть позже я ее прицеплю дома или просто потестируем пока. Вот так выглядит, можно повесить на гвоздик, можно прилепить скотчем 3М. Здесь у нас их 3 штучки, нужно всего лишь 2, но запасной один прислали. Вот, 3 скотча. И вторая штука, это для зубных щеток, чтобы сюда вешать. Помещается 1, 2, 3, 4, 5. 5 щеточек, просто 4 отверстия для слива, да, то есть, чтобы с них капало, я так понимаю, для этого эти отверстия задние. Ну, вот так это выглядит. Все простенько, но симпатично довольно-таки. Вот. И отсюда будет паста торчать. Вот, посмотрели, откладываем пока. Давайте продолжим с ГУРа. ГУР. Так, давайте откроем. Статуэтка ГУРа. Или ГРУТА. ГРУТА. Не ГУРа, а ГРУТА. Вот, в пакетике. Вот такой вот ГРУТ. Грут. Сделан из мягкого материала, то есть немножко вот руки гнутся, но потом выравнивается обратно. Вот. Ножки немного гнутся. Здесь гладенькая ножка, здесь пяточка такая. Вот. Голова гню... А, голова вообще снимается. Такая вот прикольная статуэтка на стол компьютерный. Ну, поехали дальше. Дальше у нас Lenovo Watch 9. Покупал я его еще за $22, сейчас их продают $20.99 на JD постоянно. Постоянно есть в наличии они, постоянно продают. Сегодня буквально тоже продавали, по-моему, белого цвета за 20.99. Вот такая вот упаковочка, она небольшая. Но после того, как я купил их, начал уже изучать вопрос, и там на ФОПДА пишут, кнопка отпадает, приложение неудобное, то есть, ну, такие отзывы не очень. Поэтому я с ними потаскаюсь несколько дней или там и сниму отдельно уже
более детальный обзор вообще, как часы. В такой обычной упаковке, ничего вообще сверх там естественного, все просто, все дешево. Вот. Инструкция. Все на китайском. Питается от батарейки 2030 ватт. Это как в компьютерах. В компьютерах, в ноутбуках. Вот, с обратной стороны. Ремешок силиконовый и очень приятный на ощупь. Намного приятнее, чем ремешок у Бипа. То есть он тоже мягкий, но он такой на ощупь не очень. А здесь более приятный такой. Снимаем. Ну и тикает. Стрелочка, смотрите, как прокрутилась. Я нажал. Она прокрутила, что-то замигало. Наверное, хочет синхронизироваться с телефоном. Вот, ну у нас сейчас распаковка, поэтому мы вот так посмотрели. А дальше уже будем снимать отдельно видосик. Как он вообще понравился, мне не понравился. Немножко позже сниму. Пару дней погоняю с ними, разберусь. И что, какие-нибудь замечания, какие у меня будут, я об этом расскажу. Все. Откладываем. Ну и последнее, что я хотел посмотреть, это оптический прицел. Покупался он на Алиэкспрессе. С ним фишка такая. Вот так вот он выглядит. Фишка такая. Покупался он по акции мартовской за $47. Там была цена $52 и скидка. Скидка $5. Купон был. У друга не получалось купить его, он там пробовал, попросил меня заказать, оплатить у нас не получалось, в общем, я оплатил, у меня получилось, единственное, что там у него применить можно было 2 купона, и цена еще была там, по-моему, 45, а у меня один купон всего применялся, но цена была 47, ну, в итоге заказали. И вот прошло 2 месяца, на прошлой неделе я написал продавцу, он пишет, ну, друг, если, в общем, возвращает мне деньги, вернул, я открыл диск, потом мне вернул деньги, и он мне написал, что, друг, если все придет, всем ты будешь доволен, то есть, чтобы я ему с ним связался, в общем. Ну, придется, если все в порядке, сейчас раскроем, если все в порядке, я с ним обязательно свяжусь и, скорее всего, на PayPal или опять платежом сделаю платеж за этот прицел и, ну, естественно, буду просить, чтобы он сделал дисконт, потому что уже как бы время прошло, естественно, цена должна быть дешевле. То есть цели там обмануть нету у меня, но какую-то скидку буду просить. Вот. Идет такая вот большая тряпочка. Немного таким складом, запах склада повеяло сразу. Вот здесь у нас ключик. Ключик для крепления, я так понимаю, обычный. Откладываем тоже. Давайте сюда положу пока. Вот, дальше это у нас что? Ага. Вот, я не помню, как они называются, потому что я там не любитель охоты и так далее, вот эти вот прицелы. Ну, я вообще к оружию равнодушно отношусь, поэтому не помню, как эти штуки называются, но это для крепления прицела на оружие. Вот это выглядит вот так, затягивается потом. Здесь сверху ключиком этим откручивается крышка, сюда вставляется прицел. Вот, и у нас их 2 штучки такие. Далее сам прицел идет. Давайте к нему в конце идет уплотнитель, коробка получается немного больше, поэтому уплотнитель. Вот, и идет инструкция, и вот такая вот какая-то бумажка. 162,6 Tactical Mil Dot Range Estimate Reference. В общем, я не знаю, что это такое. Причем это как наклейка. Давайте проверим. Она такая глянцевая. Наклейка или нет? В общем, непонятно. Просто, наверное, глянцевая, чтобы не испортилась. Вот такая вот штука. Откладываем. Давайте посмотрим мануал.
мануал на английском, он сделан как книжечкой, что где крутится, зачем крутится и так далее. Вот так. Ну и давайте посмотрим на сам. Немножко разобрался. Вот это снимается. Это тоже снимается. Далее вот это вот так снимается. Вот это вот все настраивается, крутится. Далее здесь тоже. Вот это вот мы можем открутить. Прикрутить вот эту вот штучку. Я вот это вот эткаю. То есть, чтобы бликов не было видно, не отбликивало, прикручивается вот это вот. Так. Далее. Ага. Это какая-то... Сюда батарейку нужно вставить. Нет батарейки. Сейчас найдем. Скорее всего, C2032, наверное. Ну, вроде поместилось. Давайте попробуем прикрутить ее. Вот. И теперь у нас вот такая вот подсветка. Давайте она меняться должна. Так, сейчас мы, получается, давайте смотреть. Вот, меняются разные они. Так, вот это вот выключено, да? Вот. Это вот вообще нету ничего. Дальше. Вот такой вот троечка. Давайте на два. Два тоже красненький. Один такой красненький, еле видно, еле заметный красненький. Это я не пойму, что какой-то крест есть, да, но он такой серый. Вот. Ну и самый яркий вот этот зеленый. Синий мне понравился и зеленый. Давайте отключим. Как тут его? Ага, вот. Полностью отключили. То есть батарейка 2032. Все отлично. Вот. Ну и вроде бы все у нас на этом. Прицел хороший, все вроде целое, все отлично. Буду писать продавцу, торговаться с ним, пусть делает скидку, оплачу ему его повторно. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!